Для решения вопросов по турецкому потоку необходимо дождаться выборов в Турции. Об этом заявил сегодня министр иностранных дел Сергей Лавров во время правительственного часа в Госдуме. Политические договоренности по этому проекту, подтвердил Лавров, сохраняются. Президент Эрдоган, когда он был в Москве 23 сентября на открытии Московской соборной мечети, встречался с президентом Путиным, он подтвердил это. После этого уже нам и наши турецкие партнеры в ходе визита министра иностранных дел Турции в Сочи, мы с ним встречались, тоже это подтвердили. И на экспертном уровне по линии Министерства энергетики такие же подтверждения поступают. Так что дождемся выборов, дождемся, когда будет сформировано правительство, уполномоченное принимать уже решения обязывающего характера.